Вот так дружно проходит мероприятие в Доме культуры «Станица Анапская». Свою работу площадка начала с первого дня лета. За это время здесь отдохнули почти 100 мальчишек и девчонок. Этим праздничным карнавалом здесь подводят итоги и завершают сезон. Площадка длилась без перерыва. То есть у нас не было каких-то перерывов. Как началась с 1 июня, так и продолжалась до 21 августа. В этом году название нашей площадки «Экоград», посвященное году экологии. Старались детям показать всю красоту нашей природы, нашей планеты Земля. Всего в Анапе и сельских округах работало более 50 таких культурно-досуговых площадок. Практически каждая из них принимала участие в конкурсе «За право быть лучшей». Но абсолютным победителем муниципального этапа стал коллектив Дома культуры «Станица Анапская». Им и выпала честь представлять наш город на краевом этапе конкурса. Уровень подготовки педагогического состава на высоте. Все лето для ребят здесь организовывали поездки по историческим и памятным местам Анапы, экскурсии в музеи. Проведены мероприятия антинаркотической и противопожарной направленности. Многие из детей провели здесь все лето, обрели новые знания и надежных друзей. Много детей, с кем нужно познакомиться. Дальше. Мне нравится то, что тут можно играть, веселиться, не стоять на одном месте. Всегда хочется делать такие вещи, какие ты не можешь делать дома. Ты можешь так веселиться, как тебе хочется. Ты можешь взять абсолютно любую игру. Ты можешь завести абсолютно любого человека в друзья. Ты можешь сделать все. Работа коллектива Дома культуры «Станица Анапская» на этом не завершается. Сейчас у педагогов готовится новый проект. 1 сентября здесь пройдет День открытых дверей. Жители станицы могут прийти и выбрать для своих детей кружок или какую-либо секцию. Ну а сегодня воспитанники прощаются и получают заслуженные грамоты за участие в жизни площадки. Но никто не грустит. На следующий год они вновь встретятся здесь, чтобы вместе провести самое яркое и незабываемое лето. Ура!